Всем привет, если кто смотрит. Ну вот еще немножко измерений, как приходит новый прибор, что-то всегда интересно сравнить, замерить. Ну и включил генератор, померить переменное напряжение до того предела, пока его меряет вольтметр. Ну и, собственно, два осциллографа. Как только вольтметр перестанет мерить, можно будет смотреть только на осциллограф. Изначально идея была сравнить амплитуду сигнала только на осциллографах, но так как мультиметром можно померить напряжение какой-то небольшой частоты, решил включить его. Не знаю, как это все показывать, как-то приближать, что ли. Вот, но сейчас попробуем. Для начала стоит переменное напряжение частотой 50 Гц. На генераторе амплитуда стоит 5 вольт. Пик-ту-пик амплитуда. Соответственно, РМС на HP-шке 1 вольт, 773 милливольта. Так, а сколько у меня тут включено знаков? Resolution, параметр. 5. 5 знаков надо поменять на 6. Вот так вот интереснее. 773 милливольта, 100 с чем-то микровольт. Что кот ходит туда-сюда, надо ему в комнату зайти, когда я снимаю. Как только он зашел, надо из комнаты выйти. Что ты ходишь туда-сюда? Ну, ты ж только что вошел. Сигнал показывает 1,78 вольт. Овен показывает 1 вольт, 78-79, прыгает. В целом, конечно, для осциллографа такого класса это весьма хорошо. Для Сигланта тоже все замечательно. 1 вольт 780 милливольт. Очень близко к тому, что меряет HP-шка. HP-шка точная. Выставлю сразу 200 Гц. На HP особо ничего не поменялось. Как-то ощутимо. На большом осциллографе тоже шибко ничего не поменялось. Как было 1,78 вольт. Вот карманный начал чуть-чуть привирать. Да, есть какое-то дрожание. Что тут у нас? Можно чуть-чуть приблизить тоже. Но тут дрожания нет никакого в помине. Продолжаем. Выставляю килогерц. HP, как показывал, 773 милливольта, так и показывает. Сигланд 1 вольт 78 милливольт. Ован стало колбасить еще сильнее. На нем очень неудобно изменять развертку, потому что нет крутилок, только кнопочки. Проще нажимать кнопку авто всегда. Но он плюс-минус точно тоже меряет. 1 вольт, 78, 79 милливольт. 10 килогерц. HP-шка стала показывать чуть побольше. А, не факт, что это с измерениями что-то. А, возможно, изменилась амплитуда у генератора. Сейчас увидим. Ну что ты? Ну заходи. Сигнал показывает вольт 780 милливольт. Ну как бы по сотым частям вольта ничего не поменялось и на HP-шке. Смотрим ован. 1, 78, 79. Все то же самое. Плюс-минус правильно.
100 кГц. На HP-шке показания чуть-чуть поменялись, но опять же не факт, что это мультиметр. Смотрим на осциллографы. Сиглан чуть-чуть показывает больше. 1.8.10.1 уже. Ован показывает уже чуть поменьше. Вольт 76 сотых вольта. Мегагерц. HP-шка все еще мерит, что самое интересное. Но это наверняка предел ее возможностей. Вольт 835 милливольт. Вольт 840 милливольт. 840 мВ. Самое интересное, это очень близко к тому, что показывает HP. Ован немножко отстает. Дрожание уже не видно на нем. 2 мегагерца. HP-шка все еще показывает. На HP 1.85, на Сигланте 1.85. Весьма точно. На Овене что-то ничего не меняется. 1.79. Это уже давно не 1.79. Судя по тому, что показывает мультиметр и то, что показывает Сиглант. 3 МГц. 3 МГц HP выбывает. Я ее выключу. Смотрим на осциллографы. У Сиглана там есть бумажка с надписью Calibration Certificate. Слова нам такой не было, так что, в принципе, Сигланту доверия гораздо больше. Поставлю сразу 10 МГц. Видим напряжение 1.84 вольта. Что у нас показывает он? 1.730 милливольт. 100 милливольт разница с Сиглантом. Тут можем видеть некоторое дрожание пиков синусоиды. Честно говоря, не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Не вижу смысла мелочиться. 30 МГц. Тут уже интересней. Есть нестабильность в среднем 1.7, наверное, вольта. Он начинает показывать уже какие-то более странные значения. У нас все равно пик-ту-пик амплитуда на Сиглунте в районе 5 вольт. На Оване она ближе к 6 вольтам, иногда даже 6 показывает. А действующее значение уже фактически 2 вольта. 100 милливольт показывает, ну, что вряд ли так. Скорее, если генератор выдает какое-то неправильное напряжение, ну, отклонение, то скорее оно будет в меньшую сторону. Ну и 60 мегагерц. Сиглант показывает 1,6 вольта в среднем. А Ован показывает уже 6 вольт, практически стабильно. Ну и RMS 2 с лишним вольта. Отключил щуп Ована. Показание Сигланта стало чуть больше. 4.8 пик-ту-пик. 1.65 вольта РМС приблизительно. Ну и тот же самый щуп. Щуп Agilent до 500 МГц. Если переключить Сигланта на Ован, показания будут чуть более точные, более правдивые, в районе 5,2 вольта пик-ту-пик и 1,8 РМС. Мне кажется, это чуть-чуть завышенные показания, но тем не менее это значительно лучше, чем с родным щупом от Ована. Вот, стоит, конечно, добавить еще, что делитель на щупе Ована был выставлен в 10. Это более правильно с точки зрения более точных показаний на высоких частотах. Вот такие дела.